Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал, Instagram и страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Сегодня у нас спецвыпуск, и мы расскажем вам о выписке Насти Дашко из роддома. Бывшая участница телепроекта Дом-2 Настя Дашко впервые стала мамой. Даша написала: «4 августа я подарила жизнь нашему сыночку. Подарок на всю жизнь. Меня окружают самые любимые и прекрасные мужчины. Люблю их». Настя и ее супруг Костя Кулешов принимают поздравления с рождением первенца. Из роддома Настю с сыном встречал любимый муж, а также близкая подруга. Ребята давно мечтали о наследнике, и их мечта наконец-то сбылась. Напомним, что совсем недавно Настя переживала по-настоящему тяжелый период. В 2013 году она была арестована и осуждена за мошенничество. Ей вменялось аж 11 эпизодов мошенничества. Она занималась торговлей строительными материалами в родном городе Челябинске. При этом за время своей работы она умудрилась нагреть партнеров на 3 миллиона рублей. Суд приговорил Настю к 3 годам колонии, к возмещению ущерба потерпевшим и к штрафу в 100 тысяч рублей. Позже, видимо, за примерное поведение срок сократили до 6 месяцев. В тюрьме Настя занималась вышивкой, участвовала в культурно-массовых мероприятиях, и в итоге ее в марте выпустили. Все это время ее ждал возлюбленный, и после выхода Дашко из тюрьмы ребята начали готовиться к свадьбе. Поженились они в сентябре прошлого года в городе Златоуст. Избранник Дашко – чемпион по кикбоксингу Константин Кулешов. Сейчас он занимается тренерской работой и неплохо зарабатывает. Сначала в компании самых близких людей жених и невеста отправились в ЗАГС. Они расписались не под звуки марша Мендельсона, а под песню группы Би-2. Затем прогулка по Златоусту и традиционный ресторан. Гуляли до утра, на празднике кроме родственников было много друзей. В частности, бывшая коллега невесты по Дому-2 Ольга Николаева Солнце. О своем намерении обзавестись семьей, стать матерью и зажить спокойной жизнью Настя Дашко говорила еще в марте прошлого года, когда вышла на свободу. Она призналась тогда, что, попав в беду, сделала выводы и усвоила хороший урок на будущее. Дашко говорила, что все, о чем она теперь мечтает, это обрести личное счастье. Время, проведенное в СИЗО, многому ее научило. В одном из телеэфиров Дашко рассказала: приходилось подавлять собственные эмоции, не идти лишний раз на конфликт. Все стремятся к тому, чтобы выйти досрочно, и это право надо заслужить. Поэтому надо обойтись без нарушений, без драк и так далее. Так что свои эмоции иногда приходилось сдерживать. Сейчас пользователи соцсетей активно поздравляют новоиспеченных родителей. Поклонники телепроекта, благодаря которому Настя и прославилась в свое время, очень рады за нее и искренне желают ей семейного счастья. Вот некоторые комментарии. Хорошая новость, поздравляю Настю Дашко, теперь нужна дочка. Здоровья маме и малышу, рада, что она исправила свою жизнь. Хорошо, когда человек становится на хороший путь, но она уже не будет прежней, на ней виден отпечаток пережитого. Но почему-то я думаю, что это был ей очень хороший урок, и она больше никогда не станет рисковать своей свободой. На этом все, спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube, Instagram и страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ.